Камеру уберись. Камеру уберите. Денис Владимирович, майор Дронов прибыл для составления вашего протокола. На вас наложен штраф в размере 150 тысяч. Сколько? Да вы вызвали полицейского. Я предупреждала вас, будете нас снимать, вызову полицейского, будете платить штраф. Вот сейчас именно с этим роликом я и пойду туда. Телепортируйся к Гриферу. Пока он не видит, отключи себе префикс. В чате вам будет написано, что префикс спрятан. Ну или установи себе любой другой префикс. Выглядеть это будет примерно вот так. Залезь в абсолютно любой приват. Увидь у Грифера кучу алмазов. Сеть ему все сундуки. Затем убей Грифера. Также ты можешь посадить в тюрьму этого Грифера. Его будет охранять прекраснейший вахтер. Потом напиши на весь сервер, что Грифер находится в тюрьме. Затем наблюдай, как все его унижают. И мы добавили супер возможность владельцам сервера вычислять IP Грифера при помощи команды Voice. Прописав эту команду в чат, вы сможете узнать, где живет Грифер и троллить его. Поэтому, если вы хотите снимать ролики Антигрипшоу для своего канала на Сежокрафт, тогда становись владельцем сервера на Сежокрафт, на которого как раз действует скидка, и ты сможешь снимать ролики Антигрипшоу для своего канала. Ссылки под видео. Прям отсюда, друзья, сейчас вещаю. Вышел отсюда, прям с этого участка полиция, вот кто не верит, значит, МВД России. Все такое здесь, значит, сейчас нахожусь. Суть в том, что, короче, мне там снимать не разрешили, прямо там. Но мне сказали то, что можешь написать заявление в ответ. И если я напишу заявление, то эту женщину, значит, маму, ее либо посадят в тюрьму, срок там, конечно, суд решит, либо оштрафуют на что-то там разные суммы есть, на 150 тысяч рублей могут оштрафовать. И суд, типа, будет решать, оштрафовать ее или посадить в тюрьму. Вот. Ну, я, естественно, заявление написал, вон сотрудники полиции ходят. Снимать там мне не разрешили, но люди нормальные. В общем, я написал заявление в ответ, и, в общем, ей... будет нехорошо. Суд будет 100%. Сейчас я поеду домой и буду пытаться в скайпе и дозвониться, об этом сказать. Вот. А там посмотрим. Вот так, друзья. Естественно, уже пришел домой. Я, естественно, уже отключил канал. Хочу показать вам, что вот в этом ролике, вот он, ссылочка на него будет в описании под видео. Вот здесь зарождалась история. Вот здесь, когда пришел штрафовать меня сотрудник полиции. А вот здесь все начиналось. Вообще все ссылочки вниз в описании. Вообще все это легко можно найти на моем канале. Сейчас я буду садиться и назвать. Пока я звонил. То есть я пока звонил в скайпе, у меня не получалось, а никто не брал трубку. Но я буду звонить до тех пор, пока трубку все-таки они возьмут. И тогда я посмотрим, что она скажет на это, потому что я-то заявление на нее уже написал, и посмотрим, что она тогда скажет мне в ответ. Ждем. Наконец-то, я наконец-то дождался, вот, я сейчас скайп свой пока не открываю, чтобы там не палить кучу всякой информации. Дождался, они появились в сети, и сейчас я буду на звание до тех пор, пока трубку не возьмут. Я их в прошлый раз, помню, вроде в черный список добавил, ну, заблокировал, там в скайпе блокировать можно. Я, естественно, разблокировал, сейчас буду на звание и говорить, что, короче, вы сами слышите, что я буду говорить. Все, давайте, надеюсь, трубку возьмут, короче. Звоним, вот я уже... Алло, о, что тебе надо? Ты взял трубку, алло! Че тебе, блин, надо, долбоёб? Ты че трубку, где был? Нахуй, мартышка, блядь. Че, не удивлен, что я тебе звоню, а не вы мне со своим семейством? Да пошел ты нахуй, пидрила. Охереть, ты вообще в курсе, зачем я звоню-то? Ты потише будь. Я че, ебу, блядь. Маму позови, сейчас я тебе расскажу, че я... Блядь, чего тебе пиздатого? Мама! Мам! Этот дебил звонит опять, тупорылый. Ты себя обзывай. Не надо ему. Не знаю, он сюда опять хочет. Алло. Алло, добрый день. Добрый. Как вас слышим, так не знаю. Нифига добрый, не добрый, добрый. Ты урод. Смотрите, ну хоть скажите сыну, чтобы не оскорблял меня. Ну, маленько хотя бы. Короче, у нас с вами последний раз разговор был не очень. Короче, я написал на вас в ответ заявление в полиции. Я был сегодня в полиции. Я написал на вас заявление. Вам придет повесточка в суд, и у нас с вами будет суд. Очень хорошо, даже очень хорошо. Да что хорошо? Да, хорошо. Сказали, что вам грозит срок. Там суд решит, какой, сколько лет вам дать. Либо штраф вам назначит. О, там 150 тысяч, либо 100, что-то такое. У нас свой есть адвокат, и нам сразу сказали, что вам грозит. Так, как она будет? В суде посмотрим, урод. Кому что грозит. Чмо. А тут смотри, что пугает. Я сейчас запишу вообще весь разговор. Что ты меня так пугаешь? Я уже записываю, я его выложу. Сын ваш поймет, на каком канале смотреть ролик. Хорошо. Вы услышите, как у вас сын вообще Влажно, матерится. Пофиг. Вылаживай. Быдло. Смотри, да ты что? Я вот тебя ни разу не оскорбил. Болван. А что ж вы нам угрожаете? Смешки такие. Какие? Смешки? Да. Суд с вами будет. Я вас звоню, чтобы прийти, что у вас суд будет. Может вы как-то хотите еще передумать? Может вы хотите извиниться там? Что-то нет? Перед кем? Перед тобой извиняться? Перед... Дебил, мы не будем извиняться перед уродом таким.
Да, я даже не знаю, что сказать. Не, я знаю, что сказать. Во-первых, дебил ваш сын, это раз. Я хочу это сказать. Я думаю, подписчики я поддерживаю, которые сейчас смотрят, дебил, это он. На себя посмотри, а. Я смотрю сейчас. Ты чума и быдло. У меня есть отражение сейчас тут в компьютере. Я себя вижу постоянно, поэтому. И советую вам, конечно, так. У меня зеркало искаженное, погляди еще раз. Да. Вы угарная семья. Короче, будет очень весело, когда с вас спишут 150 тысяч. Хоть раз с вас спишут, а не с меня. Да. Хорошо, посмеемся, не переживай. Будем смеяться вместе. Будем над тобой смеяться, на дебила. У нас, не переживай, у нас свой есть адвокат. Мы с ним. Да взяли. Хоть 10 адвокатов. Я не знаю, чем это вам поможет. И у нас все записано. У меня ролик есть. Так, все что... есть. Ага. В общем, я желаю вам, проиграть в суде. И подписчики тоже вам желают, да? Ставьте лайки, да? Да-да-да. Лайки. Взаимно, взаимно, так что посмотрим. Да ну вас в жопу! Опа, я трубку сбросил. Ха-ха. Понимаете, я сейчас первый раз сам так поступил. А что, музычки нет, да? Надо, у нас веселое настроение. Надо, вы понимаете, я же был в полиции, мне же сказали, что будет суд. Я надеюсь, что я все-таки выиграю, да. Это, конечно, не точно, но может ее вообще в тюрьму посадят, я не знаю, может, допустим, год дадут, я не знаю, может быть, ну, год, наверное, это слишком много давать, несерьезно, либо штраф наложат, но, наверное, посадят в тюрьму. Короче, ставьте лайки, поддержите, что вы на моей стороне, я помню, что в последнем ролике было кучу лайков, там, еще за 40 тысяч перевалил, поэтому жду лайков, и здесь ставьте лайки, это очень помогает, я, короче, полиции показал, они говорят, охереть, у тебя сколько подписчиков, охереть, сколько у тебя лайков, говорит, конечно, ну, конечно, это доказательство сильное, весомое, и поэтому ставим лайки, поддержим, это очень круто. И также заходите на сервер, раздаю кучу админок бесплатно. У меня вообще хорошее настроение, я теперь буду вообще админки раздавать. Прям раздавать буду. Настроение хорошее, я чувствую вот это, чувствую вкус победы. И становитесь, естественно, владельцами сервера. И снимайте антигришоу так же, как снимаю их я. Прям снимайте, ловите таких же мамок, ловите гриферов и снимайте. Вообще прям настроение хорошее. Короче, IP в описании ролика, все в описании ролика. Ставьте лайки, жду всех на сервер. Вот я летаю здесь, прям летаю, разлетываю, прям все. Всех жду, давайте, залетайте, ребята, девчата, все. Все, всех жду.